богоугодное дело. В поселке Осиновая роща Санкт-Петербурга полным ходом идет строительство храма во имя святителя Василия Великого. Благословение на созидание новой святыни в северной столице было дано еще прежним правящим архиереем, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром. В настоящее время настоятелем прихода святителя Василия Великого в Осиновой роще указом архиерея назначен священник Анатолий Першин. Детишки играют на строительной площадке возле церкви, как в песочнице. Здесь рядом с ними и ребята постарше, и родители. Все чувствуют себя спокойно и уверенно. Молодое поколение – как символ зарождения храма. Храма во имя святителя Василия Великого. С недавних пор здесь началась литургическая жизнь. Еще год назад на этом месте стояла трансформаторная будка. Храм у нас просто удивительный, потому что раньше здесь была, не поверите, трансформаторная будка. Причем даже она не была не действующая, а просто заваленный хламом, всякими разными там покрышками под самый потолок. Вот. Но люди ходили, молились. Вот тут у нас поклонный крест Василию Великому. Читали акафисты каждый четверг, и зимой, и летом, вообще в любую погоду, и в дождь, вот, и в жару. И, в общем, в результате вот мы молили такой чудный храм. Светлый, чистый храм, признаются прихожане. Под руководством священника Анатолия Першина, настоятеля храма, активно ведутся строительные работы. Его мольбы, мечты и чаяния направлены, чтобы здесь литургическая жизнь общины была благоустроенная. Планируется также на территории построить храм в честь чуда Архангела Михаила и небольшую церковь во имя праведного воина Федора Ушакова. Иначе как чудом вот то, что происходит, не назовешь. Но это с Божьей помощью, безусловно. И вот батюшка такой вот, которому я сейчас, когда он говорит, что... Я говорю, так народ не помещается. Он говорит, будет еще храм. Вы знаете, вот когда мы еще освобождали трансформаторную будку, были сомнения, неизвестно как там. А сейчас, когда он говорит, будет еще храм и не один, вы знаете, вот 100% верим. С Божьей помощью в итоге мы хотим здесь сделать большой духовно-профессиональный центр с концертным залом, с классами для воскресной школы и для обучения народных ремеслов, сохранения наших традиций исконных, русских, христианских. Вот. И это тоже необходимо сейчас. Я это остро чувствую. И это будет нашей такой вот миссионерской деятельностью. Для многих жителей поселка Осиновая роща храм Василия Великого становится центром духовного притяжения, а прихожане считают его своим островком спасения.